Всем привет, 17 марта, Ялта. Чё, Рыжик, пойдем вниз, спустимся к морю, голубей покормим. Потом собак пойдем искать твоих. Солнышко светит, минус 2 температура. Люди ходят, гуляют по набережной. Солнце-то есть, а нет, короче. Вода чистейшая. Красиво. Красиво как. Тебе нравится этот рыжик? Волны. А? Летом будем пробовать с тобой купаться. Научить тебя не плавать. О, волна опять идет. Назад отходит красиво волна. Вот она идет, 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 идет. Красота. Вот она идет, 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 идет. Хлеб ест, представляете? Жесть полная. Рыжик, я офигею над тобой. Убери, отойди. Чайки не дают этим уткам. Знаете. Интересно, да, Рыжик? Интересно рыжику наблюдать.
Че, рыжик, вкусный хлеб? А? Дома от каши отказался. Здесь хлеб ест. Я офигею на тобой, рыжик. Тогда, может, и кашу здесь покушаешь. Ну-ка, нос туда запили. Запили-ка нос туда. Давай. Чё, ну да, я голубям тогда отдам. Ну, голуби едят, видишь, рыжик. Давай пойдем отсюда. Ты не даешь им кушать. Не надо, не надо, рыжик. А, смотрите, кашу ест. Я в шоке. И хлеб ест. И вот уже. Ну, надо же. На, рыжик. Рыжик. Вот, видите, смотрите, как наяривает кашу. Удивляешь ты меня, рыжик, удивляешь. На. Свежий воздух, как на тебя действует, да, рыжик? Как свежий воздух на рыжика действует? Да я сам захотел есть. Все? Давай чернышу оставим. Ты на набережной должен бегать чистенький, рыжик. Да? Как ты считаешь? Ты же рыжик. Непростая какая-то собака. Дешевая. Ты же рыжик у нас. Известный чел. Чел ты у нас. Известный. Девчонки идут, смеются над нами с тобой, рыжик. А нам что? Да, а нам пофигу. Мы расчесываем рыжика. Приводим в порядок, так сказать. Рыжуньку нашего, блядь. Красавца. Все, погнали дальше. Поехали. Маргейт ходит, работает. Песенка. Ну давай, температура. Да ну показывай ты. 7 градусов без 15,4. Да каких 7? Ну, может быть, не знаю. Минус 2 показывает в интернете. И еще 2 недели будет этот минус. Не, вру, какие 2 недели. С 25-го будет плюс 7, там, 10, что-то такое. Сегодня 17-е. Рыба так и не подошла. Рыбаков нету. Как же обидно мне, блядь. Как же обидно. Ни одного рыбака нету.
Здесь летом вот под этим деревом так замечательно. Тенек. Лучше лето попрохладнее было бы, да? Градусов 25-30. Нормально. Рыжик так нравится гулять. Особенно по травке. Вот это объявляет, когда вот в рупор тоже по приколу, да? Люблю вокзалы. Какой-то движ такой. Все живое как будто, да. Что-то передают, куда-то кто-то едет, плывет. Вон, видите, ни одного рыбака, ни одного нет. Эти не замерзли, растут. Цветочки не замерзли. Если что, я рядом. Красивая посуда. Я не понимаю нифига, но глазам приятно смотреть на нее. Это что такое, подушка, что ли? Что это? 1800 стоит. Крым Ялта. А это подушка, да? Да, это подушечки. Это в машину? Вы знаете, куда хотите. А-а-а. Хотите в машину, хотите дома. Она дело в том, что она пахнет. То есть это. Пахнет? Да, можжевел, лаванда. Вот видите, что сюда входит, написано. Это все подушки ароматические, ручная работа. Делают коктебели. Как ты у нас, да, в Крыму, да, делают? Да. Ничего, да, себе. Да? А это что, кольцо лежит? Оставил кто? А кто его знает, о чем он здесь? Давай лежит? Посмотрим. Брилик. Тебе и торговать не надо, иди кольцо продать. Удачи. Спасибо. Все, приходите. Ага. Подушку рыжику купить такую. С коктебеля, с запахами. Рыжик будет дрыхнуть неделями. С дома потом не выгонишь. С лавандой. Там лаванда, что-то цветы у него лежат. Из лаванды, наверное, запахи.
Я спросил я у пацана, почем мыло. Он говорит, соточка. Ну, год-два назад было. Полтинник оно. С запахами мыло. Вот. Сейчас соточку. Вот такие тапки стоят 1200. Это ваш товар, да? Нет. Ёпарасоте. Как же все дорого, а? Как же все дорого, блядь. Два человека сидят. Так, а площадку поставили, слушайте. Что-то передавали там по телеку. Вот массажку кто-то оставил. Вот обычная массажка вот такая. Можно ей чистить собаку. Вот поставили площадку для певцов. Эстрадная площадка. По телеку что-то передавали, вроде в Севастополь, что приедут там певцы. А может сюда не надо. Не у кого спросить, когда будет здесь концерт-то. Даже не знаю, какой сегодня день. Вторник, пятница. А вы не знаете, что здесь будет? А здесь будет праздник. Когда? Завтра. Завтра? Да. 8 лет, да? Или... Да, да, вы угадали. 8 лет. Как... Присоединились к России. Вот. Бабульки ходят, гуляют. Местные, видите, они раз знают, что здесь будет, значит, местные. Собак нету. А где рыжик? Рыжик уже оттуда бежит, представляете? Вот он уже сбегал туда, в кафе. Рыжик, я здесь. Что, нету их там? И что делать будем? Пошли на Массандровский пляж сходим. Пойдем. Ветер такой. Рыжик так переживает, бегает, их ищет. В городе нет ветра, тепло, а вот здесь вот на этих просторах ощутимо. Вернулся я его оттуда, с кафе вывел. Искал, бегал их там, собак, представляете? Как он переживает за них. Канаву какую-то роет, что-то будет делать, что не знаю.